Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шоу-Стрибу. Хочу поделиться сегодня с вами одним из самых главных, самых вкусных салатов на новогодний стол. Я уверен, этот салат вам понравится, вы будете его готовить вместе со мной, но не забывайте, друзья, комментировать и, конечно, делиться с друзьями. Начинаем готовить, поехали! Продукты, которые нужно было отварить, это картофель, морковка, яйцо. Яйцо вкрутую 5 минут, картошка и морковку я отваривал 25 минут. Почистил, овощи готовы, все готово. В первую очередь нарезаем овощи и яйцо. Желательно, конечно, все ингредиенты нарезать одинаковым кубиком, средним, мелким, неважно, какой вам нравится. Кто-то нарезает овощи вручную, кто-то через специальную машинку. У меня есть вот такая вот овощерезка, я использую всегда ее. Теперь беремся за картошку, нарезаем ее одинаковыми такими слайсами. Из контейнера высыпаю это все в большую емкость. Это может быть кастрюля, это может быть ведро. Каждый готовит по своим меркам. Режем морковку также на слайсы. Без свежего огурца в этом салате я считаю никак. Также нарезаем кубиком. Нам понадобится еще кисленький огурчик. У меня домашний. Вкуснотень. Солененький. Также нарезаем кубиком. Не буду повторять, все нарезается кубиком. В этом салате можно использовать любой лук. Я буду использовать красный. Можно использовать также простой репчатый и даже просто зеленый. Я использую салатный лук, также нарезаю кубиком. Предварительно, по желанию, можно его замариновать. Также использую зеленый горошек. Многие уже догадались, что за салат я готовлю. Я готовлю, друзья, оливье с красной рыбой. Очень вкусное оливье. Рыбку также нарезаем кубиком. Я не сказал, рыбка у меня соленая, поэтому смотрите, когда будете добавлять соль по вкусу, не забывайте, что рыба соленая. Добавляю на это количество примерно 2 щепотки соли. Свежемолотый черный перец по вкусу. И заправляем все это майонезом. Берем ложку и перемешиваем. Хорошенечко перемешали. Пробуем на вкус. Если не хватает соли, черного перца, добавьте. Ну что, друзья, пробуем.
описать. Очень вкусно. Хрустящий, вкусный, интересный. Интересный салатик. Вкусное оливье. Восхитительно, просто. Нет слов. Я уверен, такой салатик украсит ваш стол на любой праздник. Готовьте вместе со мной. Не забываем подписываться, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы пропускать новых моих видео. И, конечно же, комментируем, делимся с друзьями. С вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.